За 4 дня до февраля, в четверг, 27 января, новый выпуск еженедельника «Волна». Что почитать? Мировая практика, как корпорации должны помогать муниципалитетам, и что такое настоящее социальное партнерство. Читайте на второй странице. Где нужны дополнительные светофоры? Как сделать 8 выходов из парка Дубинина безопасными? Что делать с неразберихой на дороге около первой детской поликлиники? Разговор с начальником ГИБДД и представителем дорожного надзора на третьей странице. А на четвертой мы рассказываем, какие народные проекты жители Медвежской будут реализовывать в 2023 году. А на пятой – о новом проекте удивительных печерских фотографов Данел Камачиджан и Анатолий Хлопотнюк. Как прошло первенство муниципалитета по вольной борьбе? Наш фотоотчет на 6-й и 7-й страницах. 230 происшествий за неделю. Для маленького города не многовато ли? Сводка на 9-й странице «Волны». Новый адрес 116-й аптеки и письма читателей – все на 12-й странице. Кстати, читайте новый еженедельник очень внимательно. Найдете синий штампик, обменяем вашу газету на наш подарок. Приз от конкурса на детской страничке, увы, не достался никому. Попробуйте в ближайшую субботу, и вам обязательно повезет. Как всегда в номере «Кроссворд», «Сканворд», «Гороскоп» огромное количество очень разных объявлений. И еще, обязательно запомните железное правило. Наш еженедельник не выходит в понедельник, он выходит в четверг.